чем ты вернул нас? Ты понимаешь, что натворил? Что ты начал? Я защищал свой дом! Ты даже друзей защитить не можешь! Не говоря уже о защите царства! К лекарю его! Быстро! Если действовать как ты, то скоро нам нечего будет защищать! Йотуны должны научиться бояться меня, как когда-то они боялись тебя! Тщеславный гордец, а не мудрый предводитель! Ты забыл о терпении, которому я тебя учил! Твое терпение вызывает во всех девяти мирах только смех! Асгард падет, а ты, наверное, все будешь выступать со своими речами. Ты тщеславный, жадный, жестокий мальчишка. Старый дурак с больной головой. Да, я думал, что ты готов занять трон. Отец, стой! Тор... Сын Одина, ты посмел не подчиниться воле своего царя. Своим высокомерием и глупостью ты подверг мирное царство и их ни в чем не повинных жителей угрозе страшной войны. Ты недостоин защищать эти царства и свой титул. Ты умер для тех, кто любил тебя. Я лишаю тебя твоей силы именем моего отца. Отца моего отца. Я Один, всеотец, изгоняй меня. Кто бы ни взял этот молот, если достоин, будет обладать силой Тора.